Всем привет, друзья, канал Мусалим. По работе у нас Freelander 2. Автомобиль приехал к нам, делает шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. Задняя дверь. Голый металл. На полу в салоне кое-где небольшие куски вибропласта. Так, тоже голый металл. Передняя дверь. Небольшой квадрат. Смотрим, что у нас по багажнику. Пол багажника такая полоса вибропласта. И по небольшому квадрату на задних картах. Готовим поверхность и приступаем к исправлению. Приклеить вибропласт на Freelander 2. Проклеен у нас тщательно прокатан пол в багажнике. Проклеены задние арки. Двери в данной программе мы клеим 4 слоя. Показываем первых 3. Первый слой вибропласт 3 мм. Второй слой шумопоглотитель толщиной его 6 мм. Третий слой также вибропласт 2 мм. Закончили работу по проклейке пола в салоне. Смотрим дальше. Вернее, заканчиваем клеить шумоизоляцию на Freelander 2. Проклеен у нас шумопоглотителем пол в багажник. Проклеим и также задние арки. Проклеим пол в салоне. Дверим. Проклеим дверные карты четвертым слоем шумопоглотителем. Такая волна. Толщина его 15 мм. Остается там собрать, все проверить. И автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!